Мне кажется, мы не должны забывать, что наша страна в последний вот год, уже больше, чем год, практически вот полтора года, столкнулась с беспрецедентным давлением, как политическим, так и экономическим. И вот если все так, вот, как говорят наши коллеги, любая другая страна бы грохнулась уже давным-давно. А мы не просто стоим, не просто живем, не просто выживаем, мы развиваемся. Вот это первый итог того года, который произошел. Второе. Вот здоровые силы страны в этой тяжелой ситуации объединились вокруг президента. Вот это второе, а может быть и первое, самое главное, то, что было сделано. А дальше возникает вопрос, что надо конкретно делать? Что надо делать конкретно в политике? Что надо делать в экономике? И вот тут я просто хотел бы, все-таки мы говорим об экономике, я хотел бы обратить внимание за то, что вот было сделано вот сейчас. Потому что мы говорим, для того, чтобы успешно шли экономические проблемы, надо менять модель экономического развития, надо менять модель управления. Надо на самом деле совершенно иначе подходить к той деятельности, которую осуществляет государство. А теперь по поводу экономики. Мы говорим, импортозамещение. Но ведь справедливо, вот вы, Владимир, сказали, импортозамещение сегодня должно стать экспортно-ориентированным. Не простите, ориентировать людей, как нам сейчас говорят, плохенькое, зато дорогое, наши и так схавают, потому что санкции и так далее. А на самом деле мы должны экспортно ориентировать на ту продукцию, которая сможет успешно конкурировать на любом рынке мира. И вот на самом деле это мы должны сделать для своих людей. А простых рецептов не бывает.